Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Мацюк Дмитрий Анатольевич. Я являюсь кандидатом философских наук. Я вам представляю курс лекции, который называется «Социология, политология». Данный курс будет состоять из 15 лекций. Сегодня позвольте мне озвучить вам лекцию номер один, которая называется «Социология в понимании социального мира». Курс данной лекции, точнее, сегодня эта данная лекция, она будет состоять из следующих четырех вопросов. Первый вопрос – это понятие социологии, ее предмет и объект. Второй вопрос будет называться «Место социологии в системе современных наук». Третий вопрос – «Структура и уровни социологии». И, наконец, четвертый вопрос – это «Функции социологии». Теперь непосредственно приступим к лекции. Дело в том, что человек, в отличие от животных, он обладает сознанием и языком. И в течение длительного развития времени человек не просто жил, но и он постоянно наблюдал за теми событиями и явлениями, которые его окружают. Зачастую происходили такие события, из-за которых в человеческой жизни возникали определенные сложности. Ну, предположим, в древности, да, если, например, где-нибудь в Древнем Египте люди живут, затем собирают какой-то урожай, ведут торговлю, потом в силу каких-то обстоятельств происходит голод, происходят войны и так далее. И дело в том, что зачастую вот эти вот все события, они записывались. И те древние люди, они всегда обращались к тем материалам, которые раньше были записаны, и иногда соотносили, и выявляли какие-то закономерности. То есть, можно сказать, еще в древности идет как бы предпосылка возникновения социологии, то есть социологии как науки об изучении общества. Ну, конечно же, социология как наука непосредственно, конечно, она стала формироваться в середине 19 века. Вот. Поэтому, если мы говорим о древности, конечно, не совсем корректно говорить о социологии. Там были определенные, так сказать, изучения каких-то общественных явлений. Вот. Ну, социология, она чем, прежде всего, уникальна и отличается от других дисциплин и наук тем, что она более глубоко проникает в мир социальных отношений. Она дает возможность управлять человеческим поведением. Во-вторых, с помощью социологии можно взглянуть на окружающие нас явления с других позиций. То есть можно увидеть определенное многообразие социального мира. Если сформулировать, что такое социология, конечно, в литературе множество определений, но мы постараемся дать такое достаточно компактное, и оно звучит следующим образом. Социология – это наука об обществе и взаимоотношениях людей. Ее прикладная направленность – это создание стабильного, постоянно прогрессирующего общества. Но чтобы более, так сказать, глубинно понять, что же себя представляет социология, мы должны выявить ее объект и предмет. Вот. Итак, объектом социологии является общество, общество в целом. А общество, вы знаете, это люди, между которыми существует определенная связь. И общество, оно постоянно функционирует, изменяется, эволюционирует. Вот. Это объект социологии. А предметом социологии являются такие явления, как социальный статус, социальная структура, социальное неравенство, социальные законы и изменения. То есть различные социальные взаимодействия. Поэтому даже внутри социологии, сейчас я попозже скажу,
различает различные разделы социологии. Вот. Поэтому социология, исходя из предмета объекта, можно сказать, это наука, изучающая структуру общества, их элементы и условия, а также социальные процессы, протекающие в данных структурах. Ну, социология, она в образовательном процессе Республики Казахстан была введена не так уж давно. Вообще в советское время социология как наука, она отрицалась, поскольку общепринято, что если социология изучает общество, да, а внутри общества происходят постоянные конфликты. И вот эти вот конфликты – это двигатели в развитии общества. Вот. А советская наука, она говорила, что советское общество, оно бесконфликтное, поэтому нет смысла изучать его. Понимаете? Ну, как учебный предмет, социология, она также очень важна. Она важна не только тем ребятам, которые в будущем выберут гуманитарное направление, это историки, политологи, там, филологи и так далее, но и вообще в целом другим специальностям, поскольку социология, она позволит, как я уже сказал, более глубинно изучить с научной точки зрения те процессы, которые происходят вокруг нас. Вот. Поскольку общество, оно постоянно развивается, внутри общества того или иного, той или иной страны происходят какие-то новые тенденции, какие-то бывают скрытые тенденции. И если это вовремя, так сказать, не изучить, то может произойти определенные конфликты. Понимаете? Вот очень мне нравится фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром». И вот эта фраза, она вполне подходит и для социологии. Почему? Поскольку если, ну, так сказать, расшифровать эту фразу, можно сказать, что тот, кто обладает нужными знаниями, распоряжается умениями тех, кто владеет навыками и умениями. Вот. То есть, вот даже вот в наше время, да, вот вы помните, ну вот вы знаете, в некоторых странах происходят какие-либо конфликты, там, забастовки, революции и так далее. Так вот, если бы вовремя социологи изучили вот эти явления, дали определенные рекомендации властям, то, возможно, вот эти вот отрицательные события, они не так, так сказать, остро протекали бы, понимаете? То есть вот в этом большая роль социологов как исследователей. Переходя ко второму вопросу, важно отметить, второй вопрос называется «Социология и ее место в системе современных наук». Но, как вы знаете, науки все, они делятся на физические, это такие как физика, химия, астрономия и другие. Также это естественные, это биология, геология, некоторые области психологии даже. И третье – это гуманитарные. Сюда относим мы уже в целом психологию, социологию, антропологию и так далее. Ну, конечно же, если мы говорим о науке, то прежде всего наука, она отличается от ненауки тем, что своей объективностью и нейтральностью. Что такое объективность? Имеется в виду, исследователь, социолог, он проводит определенного рода исследования и выявляет определенные закономерности, понимаете? При этом мы должны понимать, что многие процессы, они происходят объективно, то есть независимо от нашего сознания. Хотим мы думать или не хотим, революция в той или иной стране, она произойдет. Но опять-таки под влиянием определенных событий и явлений. Далее, ну что такое нейтральность? Это имеется в виду, когда, предположим, социолог проводит какие-либо исследования, безусловно, он применяет какие-то методы, у него определенное мировоззрение, вот, но он не должен это делать субъективно. То есть, какую бы он ни получил информацию, даже если плохую, например, в том или ином районе страны, общество настроено агрессивно, оно
не желает видеть ту власть, ну, например, которая находится. И вот социолог об этом говорит. То есть он не должен замалчивать, он не должен подтасовкой каких-то какой-то информации. Вот в этом заключается объективность и нейтральность. Понимаете? Вот. Поэтому законы или правила социологии, они существуют, но они должны относиться к определенной пространственно-временной зоне. Вот. Если мы используем законы предыдущих мыслителей, то необходимо учитывать сегодняшний контекст и делать определенные поправки. То есть, о чем я хотел сказать. То есть, например, еще в древности философы, государственные деятели изучали то или иное общество, да, тот или иной строй, полис и так далее. Вот. И до нас эта информация тоже доходит, но при этом, предположим, та, например, древнегреческая демократия, она в корне отличается от нашей демократии, понимаете? Поэтому вот социологи, они должны вносить свои определенные коррективы. Вот. Но в целом, что хочется сказать, то что социология, она имеет связь с различными науками, это и с историей, с психологией, даже с математикой. Почему? Потому что она применяет конкретные методы исследования, я об этом буду говорить уже в третьей лекции. Конкретные подсчеты, конкретные графики, схемы. Вот. Во-вторых, исследователь-социолог, он систематически отбирает информацию из массы всевозможных сведений. Это очень важно. То есть он делает такую своего рода нужную выжимку. Вот. И в-третьих, разумеется, исследователи-социологи, они подвержены воздействию собственных представлений и ожиданий. Вот. Во избежание сознательного или бессознательного искажения информации или ошибок и неточности в толковании, исследователь предварительно разрабатывает правила сбора, анализа и обработки информации. И, наконец, честность. Это четвертое правило, которое необходимо для социолога. Это, прежде всего, как я уже частично уже говорил, социолог, он представляет результаты исследования, даже если они его не удовлетворяют. Он не должен ничего ни скрывать, ни приукрашивать. Вот. Поэтому социология, она в целом играет очень важную роль в системе современных наук. Ну и вообще, можно сказать, в странах Запада социология, она является одной из такой фундаментальных наук, которая позволяет более глубинно изучить общество. Так, ну и третий вопрос, он называется «Структура социологии и уровни социологии». Ну, касаемо уровней социологии, здесь выделяет, общепринято выделять два уровня. Это микросоциология и макросоциология. Но микросоциология – это такое направление в социологии, которое ориентировано на анализ социальных явлений и процессов в малых группах. Это семья, профколлективы и так далее. То есть в основном здесь микросоциология, она изучает межличностные отношения. Ну и макросоциология – это направление тоже в социологии, которое ориентируется на изучение крупных социальных процессов. Это общество в целом, цивилизации, это также могут изучать межгосударственные отношения и так далее. Вот. Поэтому социологи, они исследуют сообщество как на микро, так и на макро уровнях. Ну, теперь, говоря о структуре социологии, выделяют следующие направления социологии. Это экономическая социология. То есть сюда может относиться социология города, социология экологии, социология управления, труда. Очень важное направление. Как вы поняли, используют в основном экономисты. Да? Далее. Социология духовной жизни. Сюда относится социология личности, социология образования, социология культуры.
Вот. Третье направление – это прикладная социология. Сюда мы относим социологию религии, социологию науки. Четвертое направление – это социология социальных процессов. Она в основном изучает социальную структуру, то есть из каких слоев общество состоит, да? Это этносоциология, то есть социология межэтнических отношений. Это образ жизни. Социология семьи тоже важное направление в данном разделе. Также социология отклоняющегося поведения. И, наконец, пятый раздел социологии – это политическая социология. Она включает в себя социологию власти, социологию права сознания, а также социологию общественных организаций. То есть, смотря на вот эти пять, так сказать, крупных разделов социологии, можно сказать, что социология, она охватывает большой спектр общественных отношений. Вот. Именно исходя из этого, можно сказать, что социология, она имеет тесную связь и с экономикой, и с экологией, и с культурологией, и с педагогикой, и с религиоведением, да? И с правоведением, законами и так далее. Ну и, наконец, уважаемые друзья, мы переходим к четвертому вопросу нашей лекции, который называется «Функции социологии». Ну, конечно, разные авторы выделяют различные функции. Мы выделяем, исходя из того материала, который мы изучали, пять важных функций. Первое – это эмпирическая функция, или ее называют информационная. То есть, с точки зрения этой функции, социология изучает непосредственный жизненный опыт, то есть она ведет сбор и обработку конкретной фактической информации. Вторая функция – это теоретическая функция, или ее называют диагностическая. То есть социологи в данном контексте, они анализируют, обобщают и систематизируют полученные эмпирические данные и делают из них подтвержденные практикой научные выводы. Вот. То есть это диагностика, да? Третья функция называется прогностическая или консультативная. То есть ученые-социологи, они разрабатывают определенный прогноз, который содержит в себе научно обоснованные предположения о развитии тех или иных социальных процессов в будущем. Но что интересно, некоторые социальные прогнозы, они действительно сбываются. Вот поэтому это, если очень опытный социолог, он достаточно может дать точный прогноз, ну, конечно, не на 100%, но, тем не менее, приближены к реальности. Четвертая функция – это прикладная функция. То есть, когда соцпрогнозы, теоретические разработки используются для решения каких-либо практических задач. И, наконец, экспертная функция. Здесь своим советом социолог дает определенные советы в принятии решения. Ну, в рамках какой-либо проблемы. Вот. Но самое главное, конечно, из этих функций, это, безусловно, экспертная функция. Экспертная. Ну и время нашей лекции подходит к концу. И в завершении лекции позвольте вам показать те вопросы, которые будут в завершении данной лекции. Это шесть основных вопросов. Посмотрите, они представлены у вас на экране. Вот это вопросы для закрепления. Ну и время нашей лекции подходит к завершению. Всех благодарю за внимание.